Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 130, упражнение номер 3. Прочитайте, запишите глаголы «кричать», «сгореть», «говорить». «Кричать», запятая, «сгореть», запятая, «говорить». Точка. Подчеркните глагол, от которого нельзя образовать форму настоящего времени. Данный глагол стоит в неопределенной форме. Давайте к ним поставим вопросы. Кричать – что делать? Сгореть – что сделать? Говорить – что делать? Глагол, отвечающий на вопрос «что сделать?», от него можно образовать только две временные формы. Прошедшую – сгорел и будущую – сгорит. В настоящее время от него образовать нельзя. Поэтому мы его и подчеркнем. Измените по временам любой другой глагол. Запишите глагольные формы. Кричать. Прошедшее время кричал. Настоящее время кричит. Кричать. Будет кричать. Это будущее время. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.